Полиция Гватемалы конфисковала очередную партию кокаина на Тихоокеанском побережье страны. Более тонны незаконного груза обнаружили в порту Пуэрто-Кецаль из Эквадора. Наркотики были спрятаны в оборудованном контейнере. Их выявили во время рентгеновского излучения. Предполагается, что кокаин должны были направить в США. Стоимость конфискованного груза на черном рынке превышает 15,5 миллионов долларов.